Доброе утро. 7:30 утра, у нас уже тепло, плюс 19 градусов где-то. Тучки развеиваются, уходят, но после очередных дождей и мокроты вот такая красота в палисаднике. А палисадник весь порос бурьяном, зелень так и прет. И когда он там бедненький, лилии где-то, ну ладно, зато о, ирисы как расцвели. Когда-нибудь и здесь прополим, а пока одуванчики. Впереди планеты всей, они радуются в наших палисадниках и у сосед, а там вообще бурьяном растет. Ладно, справимся, если будет тепло. 5 июня, доброго денечка. Вот. Пока с ночи поспала, а тут уже гром, молния. Вот, ох как. Вот, погода помогает поливать. Вот сейчас 2 часа дня, у нас как раз в 2 часа в саду должны давать поливную воду. Ну, наверное, отменяется. Природа сама все польет. Так, громыхает. И к окошку-то страшно подойти, когда молния. Ну ладно, вот такой у нас дождик сегодня. Так, все понятно, сад отменяется. Опять одуванчики будут радоваться. И цветочки мои радуются. Вот все что-то распустится. Розочка моя вот эта все-таки распустилась. Какова красота. А с природой не поспоришь. Поливай давай. Одуванчики продолжают там радоваться. Ну вот. Опять этот участок, никак руки не дойдут его прополоть. И еще выше вырос он как. И сверкает, и поливает. Да, и затянуло, наверное, похоже, надолго. Ну что, теперь ириски все облетят, наверное. И не порадуешься. Ну ладно, вот так из окошечка будем наблюдать. Дождик у нас очень сильно так пробарабанил, даже стучал, как будто град было. А теперь все, идет просветление. Наверное, он хотел полить вместо нас. Ну вот вон уже тучки прям развеиваются, прям буквально минут 15 он так колотил. Ой, и теперь все дороги мокрые. Ну, через 2 часа дождь с грозой ушел, опять светит солнышко. Тепло, плюс 25-26 градусов у нас. Так обещают на всю неделю. Это что будет? В обед приходить поливать и ничего нам делать не давать. Ладно, как всегда, поживем, увидим. День следующий, я уже в саду. Ну, вернее, уже вечер следующего дня. Дождик у нас так и был и ночью, и днем сегодня. Сегодня 6 июня. Поливал немножечко, брызгал, но было пасмурно, так хорошо. Как раз самое время для высадки. Мы продолжали сажать. Мамуля вон там помидорчиков высаживала, а я цветочками занималась. Так, вот тот квадрат я разобрала, вон там где-то был. Я его разобрала, здесь вот сделаю цветник, здесь рядом, а которые в нем были такие длинненькие цветы, я их вон туда к забору поставила, чтобы не вырастут, и как раз будут вот сетку поддерживать. Так что я вот тут еще вот петуньки. Так, надо коробочку прихватить. Ой, высадила. Сейчас еще, пока пасмурно, до темноты все равно буду досаживать. Я уже забыла, что я где там подсаживала, сажала, переносила. Вот, паровозик немножко украсила петунями и, как их зовут, вот эти, анютиноглазки, по-моему. Да, забыла еще, вон туда надо. И, наконец-то, я ему сделала паровозику трубу. Теперь уже точно ее ветром не сдует. Зато она теперь, фонарик гореть будет. Сейчас она вечером зажгется. Так что, еще вот тут я что-то понасажала. А, вот эти вот я посадила. Я не знаю, как их зовут потом, когда вот... А, целозия, вспомнила, целозия. Вот, я ее тоже
Не видела первый раз. Я вот уже себе вот подсветочку, фонарик на веранде включила. Буду в темноте что-нибудь еще досаживать, если будет темно. Мне вот еще лобелию осталось тут посадить. И здесь я что навысаживала. Там вот герань посадила. И вокруг нее бархатцы насею. А то они бедненькие. Так, еще вот эти две вот приготовила. Надо тоже высадить. А это вот красота стояла там в стаканчике. Ну, куда он только ушел? Это ему палочку привязала, чтобы он не шатался. А то он такой длинненький вырос. Ну, вот тот такой же, наверное, цвет. Эти у меня петунники вроде бы стоят. Здесь я тоже бархатцы подсею, чтобы не грустно было вот этим цветочкам, пока они разрастаются. Вот здесь квадратик у меня был. Я его рассадила. Лилию вон туда унесла. Сейчас и туда еще всякие растишки. А здесь посадили... Как их зовут? А, штокроза. Штокроза. Мама ее из семечек в стаканчиках вырастила. Вот. Теперь я ее перенесла на место. Ну, правда, ее кто-то стал кушать. Ну, что за звери такие? Вот видите, листья красивые такие были. Взяли, погрызли. Что за чудовище водится? Ладно, тоже надо будет развести на шатырь и побрызгать. А палочку вот эту вот покрасить. Так что вот как-то так. Пока пасмурно и хорошо, прям замечательно. Здесь кучки одуванчиков. Это тут мамуля с травой борется. Надо ее будет всю сухую туда унести. Так, эту коробку буду махать сейчас. Ну, там, где я построила квадратик это для травки сухой. Ну, в общем, вот как-то так получается. Сейчас у меня вот... Когда же я тюль-то повешу? Ну, ладно. Сейчас вот закончу со всякими растишками. И потом время-то свободное, наверное, будет. Это я так шучу. Трава-то никуда не денется. Все, здесь мне вот сюда лилии остатки перенесла. Это я в прошлый раз сделала. А сегодня вот эту вот еще клумбочку сделала. Вот лилии. Вот так вот досадила, пока они разрастаются. Я тут еще вот петуни посадила. И вот эти вот, не знаю, что за петушки какие-то тут будут. Ну, как-то так. Значит, будет так. Нужно будет так распускается дельфиниум. Так, надо обрезать вишню. Вот она вон куда лезет, она мне в лилию. Надо ее будет отстричь. Это там другой сорт лилии. Ладно. А здесь хотя бы всходит что-нибудь, что я сеяла. О, дорожка вроде бы. Есть, значит, наверное, всходит. Вот эти подстричь, то они тоже тут герань загораживает. Так, товарищ у нас вот этот вот так вот заплетается. Ой, все, погодка уже разгулялась. Вон, закат, солнышко. Хосты мои, вон как выправились. Растут. Так что... Ой, и соловей, или кто там, или скворец, я не знаю, кто-то щебечет, поет прям весь вечер, всю ночь. Так, здесь тоже, наверное, что-то всходит. И ромашки расцвели. Какая красота. Так, лобелия, вижу, прижилась, цветет. Ну, зацветает. И здесь сейчас еще вот это потом надо будет покрасить, сделать. Ну все, на сегодня хватит. Сейчас я еще вот такую вазу вот где-то у меня, где-то есть вазон вот этот. Я не знаю, где надо вот там вот в этом бедламе откопать его где-то. Надо срочно строить стайку. Какой-нибудь сарайчик для вот этого всего, чтобы здесь сразу веранда по весне была пустая. И чтобы ее раз украсить. А то сейчас тюль повешаешь и вот это куда весь... Надо куда-то все вот это убирать по местам. Так, у меня еще осталось вот немножечко. Вот три петуньки. Вот эти вот целузи красивые, не знаю. И вот там один, вот этот один петушок и лобели. Сейчас здесь буду пока светло. Не светло, но вот у меня вон фонарики уже есть, горят. Сейчас еще вниз. И буду дальше продолжать. Тихо так, хорошо вечером. Красота погоды у нас. Плюс... 25-26 градусов где-то. А может больше, не, на завтра 27 обещают. Но гроза и дождик так и стоят на всю неделю. О, птички поют, какая красота. Вот они меня сегодня, наверное, будут развлекать весь вечер. Вот. Быстро-быстро стемнело. Прям за 5 минут только в домик зашла. Чайник включить и по телефону поговорила. Быстренько стемнело и дождик забарабанил. Ну, вот что это такое? Хулиганит и все. Ну ладно, надо пойти эти. А вон паровозик мой. Вон с трубой уже. Ой, так здесь. Так, красота.
Здесь. Где-то я там тяпку и лопату потеряла. Сейчас я тогда... Все, у нас... О, подсветка какая. У соседа. У соседа фонарь, когда включается вечером. И у нас сразу так здесь... До ягодной комнаты, прям, чтобы шагать. Ну, ладно. Тогда все. Сегодняшний день заканчиваем. Так, где у меня лопата тут еще? Вот она. Вот. Все, сейчас лишнее все поубираю. И все. И спокойной ночи. И спокойной ночи. До завтра. Вот как. Вот и утро доброе пришло. 7 июня. Дождик поливал вечером, потом успокоился, было тихо и хорошо. А с утра у нас уже плюс 23 градуса. Тепло, хорошо. Но обещают опять дождик и грозу. Ну ладно, видать, напарит там. Вот, мои растишки там стоят. Надо пойти и еще что-нибудь поделать. На улице жарко. Вот, вынесла коврики дачные все на солнышке пожариться. И подмести их. Все, надо же веранду скоро оформлять. Так что пускай посушатся, пока солнышко жаркое. Ну вот, наконец-то, со всеми цветами, которые я купила, я управилась. Что-то сегодня целый день все рассаживала, пересаживала. Отсюда убрала, которые тут трое-то были. Все их под клумбу я нашла ночью, которую вот я тут сажала. И все, тут тучки заходили. Думали, сейчас будет дождик. Громыхал. И куда-то он ушел. Хорошо, вон уже даже солнышко выглянуло. А я тут все полила. Ну, дождик, видать, увидел, что я полила, скажет, зачем поливать? Так, тут все попересаживал, тут герань у меня будет разрастаться. А там, не знаю, что-то понавысаживала, что не попадя. Так что как-то так. Вот тут еще вот товарищ красота зацветает. Ой, что-то еще хотела. Ой, вот так весь день и прошел. Так, грядку еще там надо было сделать. Так, еще что-то я не дополивала. Вот здесь надо досадить. Здесь это я вытащила. Туда внутрь другие цветочки посадили. Если они вырастут таким большим кустиком, будет хорошо. Но если не вырастет, то ну, ладно. Что ж теперь? Вон они, тучки ходят. Вот то ли идти домой, то ли опять остаться ночевать. Так, ну если с растишками все закончилось, ну, наконец-то я когда-нибудь возьмусь за веранду. И за домик. Ладно, вот все. Еще пару штрихов. А, вон там надо грядку сделать ведь. Там надо сделать грядку. Так, завтра поливная вода. Завтра в ночь. Наверное, я не пойду домой. Останусь я, наверное, опять здесь. Тепло, хорошо. Пускай все проветривается. Так, мама, вот сколько понасажала помидорчиков. Так, еще здесь вот я цветы не досадила вот в этой вот грядке. А нужно сделать... Ой, вот тут. Здесь мама под свеклу хотела. Вот мне надо ее как-то сейчас тут выровнять. Ладно. Сейчас попробуем. Кривенько еще надо вот так вот по уровню дорожки ее так вот собрать. Сейчас чуть-чуть переделаю, еще подпилю, что там мешает. А здесь вот с этой стороны мама сказала, здесь она
капусту посадит. Потому что сильно широкой тут не надо. Здесь остатки, здесь капусточка будет торчать. А здесь хватит или поуже сделать. Это под свеклу. Последнее, что мы не посадили, это свекла. Так. Ну все. Вот так выровнять осталось. Выровнять. И все. И грядочка готова. Гномика на веранду уже вынесла. Так уже хочется собрать веранду-то так. Вот этот товарищ, желтый клематис, у меня уже вот опять тут раскудрявился. Уже скоро на дорогу вылезет. Его тоже нужно будет скоро подстригать. Хоп. Но уже не сейчас. У нас это я просто вот. Причесанный уже скоро ему надо будет делать. Он будет такой вот кудрявый шариком стоять. Ну ладно, подождешь, я тебе потом попозже подстригу. Вон сколько, вон уже сколько у него завихерилось-то шерсти. Надо округлять. Соседи банька вон топится. И петух у них обалденный. Все время песни поет. Молодец, Петька. Так, эти я тут навысаживала. Я их привязала все к палочкам, чтобы их сильно ветром не шатало. Так, а еще у нас поспела вот эта ягодка. Как ее? Все, бабушка старенькая. Забыла все эти. Вот мы ее как-то и пропустили, что она, что вроде холода-холода. А она вот уже красавица. Жимолость, вот. Жимолость поспела. Какая хорошая. Так, ее бы не проворонить, надо собрать. Она, говорит, очень полезная. Ну, какие хорошие ягодки. Соберем. Жимолость, конечно, хорошо, вкусненько. У нее краешки тоже вон подмерзали, но они отошли. А вот абрикосина-то, вот эта сливовая, которая была, так жалко. Или это не она. Ну, вот, короче, вот эти веточки, они, похоже, не распустились. Что их вот морозом прибило, остальные как-то отошли. А вот это, наверное, все дерево погибло. Как жалко-то его. Ну, вот оно уже, наверное, не распустится, да. Вот снизу пошло молодняк, а остальное это все, вот он, видать, как листочки были молоденькие. А, нет, вон, вижу маленькие листочки. Ну, может, отойдет. Как же жалко-то. Такая вкусная вот эта абрикосина была. И вот целое дерево прям засохло вон, с молоденькими листиками, как их прибило морозом. Ох, эти морозы в этом году прям аж слишком много нахулиганили. Так, что я делаю? Пошла я опять что-нибудь поделаю. Так, комары летают, надо пойти побрызгаться. Как же мне хочется вот веранду собрать. Ну, никак до нее руки не доходят. Ладно, успеем. Ночевать я, конечно, осталась в саду. Никуда я не пошла. Но зато я сделала хорошее дело. Я разобрала свой триммер. Вот ножом тут поорудовала, это я кусочек лески искала. Тут раз. Я думала, что она кончилась, а нет. Я нашла второй хвостик, и там ее, оказывается, вот предостаточно этой лески. Только пока одним я вот тут орудовала, здесь аж вот пробурила. Вот не надо было. Писал мне Вальдемар, если ты смотришь точно. Вот я, наверное, из-за того, что одним орудовала, повредила. А так должен вот один. Ну все, сейчас осталось вот это все собрать в кучку. И как-то назад пристроить. А то разобрала-то я как бы быстро. Назад, надеюсь, соберу. Все, зато у меня триммер готов. Не надо ехать покупать другую леску. Вот. Хорошее дело среди ночи. Ну, вроде бы получилось. Собрала. Только мне кажется, что-то усики вот эти в разные стороны. Ну, может быть, это так и надо. Так, все. Сейчас не забыть еще крышечку собрать. Понимаю, в эти пазы надо сейчас вставить. И все. И не вижу, слепая. Блин, куда вставляю? Так, сейчас. И оп. Ой, ножик упал. Добро, тихо, не падать. Так травой пахнет вот этой. Остатками травы. Ну, сейчас это на ночь-то. Ну, все, собрала. Прям хоть сейчас иди ночью с фонариком и коси. И вот вроде бы так было. Все. Красота.
Потом, значит, испытаю свой драгоценный триммер. Какая красота! Таня, молодец! День следующий. Гром гремит, небо хмурится. Ух, как и молния. А я кабачки сажаю. Вот, хотя бы на вот этой половинке, а потом другую, если успею. Последние замоченные у меня кабачочки остались. Надо их посадить. Так, еще вот одно деревце, абрикосинка молодая. Тоже, видать, ее в заморозке убила. Так она и не распускается. Ой, 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 сильно грохочет. Так, давай, сажай быстрее, иди в ночь на работу. 8 июня. Гром у нас идет, как и обещали. Гром гремит, дождик вот начинается. Зато поливная была, вода была. Полили чуток. Так, обманула вон там. Начала вон копать кабачки. Обманула, что свекла-то последняя. Еще, оказывается, кабачки и капусту надо. Ну, ладно. Вот сейчас бы посадить, оно бы поливало. Хулиган, дождь. Так, остатки поливной воды. Так, все, напор кончается. Так, чтобы грушу поливать, пристроила. Так, все, кабачки надо полить. Не знаю, будет дождик поливать мои кабачки новоиспеченные или нет. Надо уже их полить. И уже потом спокойно идти в ночь на работу. Все равно дел никаких не будет. Вот. Красота. Растите кабачки. Успела я до дома добежать. Мы еще успели посадить свеклу, кабачки. Еще ягоды успела собрать, потому что было солнышко. Оно развеялось. И опять только я до дома добежала. И вон что делается. Ну ладно. Хотя бы так. Так, бедные цветочки, пока я там 3 дня в саду жила, они меня ждали. Ну ничего, выглядят они замечательно. Я им тут водички-то оставляла немножко. Ну вот что это такое? Через 2 часа мне в ночь на работу. Я надеюсь, он успокоится. Ну ладно, все, мы все посадили, все полили. Все, посадочные работы в июне наконец-то закончились. Все, пока-пока.